Череповецкий колесный вездеход, переломка, Тингер, ТФ-4. С китайским двигателем через КЭР и пятиступенчатой коробкой передач с вариатором. По мнению очевидцев, является одним из самых лучших отечественных снегоболотоходов не только в плане проходимости, но и комфорта и удобства управления. Среди многих отличительных фишек можно выделить кабину, кунг и топливный бак, цель наформованная из стеклопластика, блокировку степени свободы рамы, которой можно пользоваться на ходу с места водителя. Постоянный полный привод, баки плавучести в полостях дисков колес, рулевое управление с гидрообъемным усилением, центральную подкачку колес и многое другое. Многоуровневая стоянка под крышей для маломерных яхт и катеров во Флориде. Судно можно поднять на парковочное место или извлечь сразу на водную поверхность буквально за несколько минут. Мега-автомобиль 20 века ЗИЛ-134 с 12-цилиндровым 240-сильным двигателем и гидромеханической трансмиссией. Построенный в конце 1950-х годов для нужд армии и оснащенный системой централизованной подкачки шин, мог преодолевать практически все препятствия, недоступные для других видов транспорта. Проект не получил развития и в последующем стал прототипом современных военных тягачей, производимых на Брянском автозаводе. Тарантасы из всякого хлама и подручного материала, гонки которых ежегодно проводятся по всему миру. Основным критерием их участия в шоу является полное отсутствие какого-либо привода. Победитель должен не только финишировать, но и иметь у своей тачки максимум фантазии и безумства. Механические грабли для очистки вырубок от корней и веток, сделанные по принципу волковых граблей для уборки сена.
креативная прополка кукурузы где-то в Юго-Восточной Азии. Уборка винограда уникальным французским комбайном Pelling Optimum, который по качеству сбора урожая винограда на рынке сельскохозяйственной техники считается одним из лучших. Обработка виноградника специальным тракторным навесным культиватором, оборудованным концевиком, реагирующим на приближение куста. Глубинная установка дренажного шланга на пахотных полях, позволяющая отводить излишнюю влагу из глинистого грунта. Зерноуборочный комбайн New Holland TX 34 с жаткой трансформером, который имеет складывающийся механизм для перевода жатки из транспортного положения в рабочее. Самая быстрая и красивая уборка пшеницы самым большим в мире комбайном Fendt Ideal 9T. Мобильная станина для тисков из старой автомобильной покрышки своими руками. Простой, но продуктивный самодельный роторный дровокол. Особенно эффективен при рубке сучковатых и кряжистых поленьев.
шелушилка для кукурузы из старой стиральной машины и электродвигателя своими руками. Старинный редкий бинокль английской компании R&J Beck середины 19 века, посвященный высадке Колумба на американский континент в 1492 году. Самодельное приспособление для захвата веревкой объекта, находящегося вне непосредственной досягаемости. Вполне себе востребовано в любой сфере человеческой деятельности. Спасибо за просмотр, и если вам понравилось видео, ставим лайк и подписываемся на канал.